Всем привет! Друзья, привет! Город Саранск приехал в город Нижний Новгород для того, чтобы забрать заказы и снять вам обзоры. Да, воспользуйтесь немножко служебным положением. Да. Себя не похвалишь, везде как оплеванный. В общем, короче, мы в отделе посуды. И по вашей просьбе снимаем видео, как выглядят все столовые приборы. Единственное, мне нужна какая-то вот... На чем основываться, да? Ну, хорошо. Я надеюсь, ты это не вырежешь. То есть вот мне бы, допустим, спичечный коробок, чтобы понимание было, как его... Или на фоне руки. А тут линейки где-то были. Пойду линейку искать? Мне кажется, на фоне руки достаточно будет. То есть видно, как это в руке, да? Да. Ну, хорошо. Так, ребят, так как народ передвигается туда-сюда, мы будем снимать сначала одну полосу, потом другую. То есть не по ценнику, а вот просто как я и расположила. Первый набор. Давай сначала, может, коробочку покажу. Да, Фёрнурск. Нержавеющая сталь, 899 рублей. Сделано сие чудо природы в Китае. Конкретно 29 апреля 2019 года. Им уже второй год. Здесь у нас 24 предмета. Это получается по 6 вилок, ложек и чайных ложек. И сейчас покажем каждую отдельно у меня в руке. Вот эту информацию вы можете прочитать и сами. А вот это вы можете увидеть только у нас, либо придя в магазин. Во-первых, смотрите, да? То есть икеевский глянец, руками следы остаются. Имейте это в виду, у многих вопрос такой возникает. Нож. Здесь все на магнитиках. Вот она, стандартная заточка. С одной стороны гладкий. Так, давайте только договоримся. Никаких быстрых движений, потому что рядом фотоаппарат, я ее успеваю с фокусом. Нож. Кстати, по металлу не гнется. Вот прям, ну, вот так, что ли. Вилка. Не острая, то есть имейте в виду, что она ступленная. Соответственно, по гибкости все то же самое. Ну, вот так, наверное, понятнее, да? Ну, да. Вот как это в руке. Столовая ложка. Черпак сам. А, я отмечу небольшой минус у этих ложек. Не слишком много зачерпывается супа. Да, вот... Не глубокие. Жидкости маловато. Помешается в этой ложке. Не для супчика. Да. Для кашки больше. Что-то пюрешное. Ну да. Так, чайную показываю. Потому что мы хлебаем-хлебаем. Это очень увлекательное занятие. С такой ложкой. У нас другие, у нас мопсик, у нас еще меньше черпак. Меньше еще. У нас еще меньше. Вообще печально. Беда, беда. Чайная ложка. Ну, чайная ложка хорошо. Потому что, смотри, даже вот по глубине. Они примерно одинаковые, только размером отличаются, да? Даже выемка, это объем выемки одинаковый. Быстро по ложке, видишь, одинаковые по вот этой части? Да. И это набор Фёрнурск за 900 рублей. А здесь же в параллели лежат детские ложка для кормления Борья. Почему-то одна. Стоит 129 рублей, хотя их фактически две. И набор детских столовых приборов «Калакс». Ну, на самом деле они не белые, они разноцветные. Пачка из 18 предметов стоит 149 рублей. Удобная вилочка. Ну, природу хорошо брать. Это все-таки не одноразовая посуда такой. Ну, достаточно плотный пластиковый. Кусок мяса зацепите. И там шурпы какой-нибудь похлебаете. Долго, правда. Но похлебаете. Ну, в общем, имейте в виду, что вот такой детский набор в основном берут как посуду для природы. Закрываем саркофаг, забираем чемодан, идем дальше. Здесь у нас чайная ложка «Драгон», 299 рублей, 13 сантиметров, изготовлена во Вьетнаме 16 декабря 2019 года. Здесь их 6 штук. Поднимаем саркофаг, ложка. Ну, прям. Но она есть разница в сравнении с первой. Да.
Но она формой отличается, всем отличается. А жесткость? Драгон жестче. Она не деформируется, она как пружинит или деформируется, вот так скажу. Вот. Пружинит. Угу. Вообще ничего с ней сделать не могу. Она просто мне сопротивляется и все. Палочки для еды сюда сходят? Ну, покажу рисуночку. Вот они, бамбуковые палочки. 4 пары, 149 рублей. Нож Лидрик почему-то не представлен, хотя вот он, кстати, классные ножи с деревянной ручкой. Очень многие их берут прям под заточку, да, Дим? Ну, меняют вот эти зубья же, можно сточить. Можно. Потому что некоторые клиенты у нас любят эти ножи. Набор из 2 штук 700 рублей. Больше показать ничего не могу. Сделаны в Китае, потому что нет выставочника нормального. Так, дальше. Лопатка для торта «Драгон». 25 сантиметров, 399 рублей. Где сие событие? Сие событие отсутствует как вид в коробке, значит, показываем так. Лопатка для торта. 25 сантиметров, нержавеющая сталь. Классическая лопатка. Ну вот, видишь, вот я пытаюсь загнуть драгон, он не гнется. Дальше. У драгона есть набор из 2 предметов, 22 сантиметра. Вот такая ложка. Это мне такая. Тебе такую купить? Да. И вот такая вилка. Тебе такой набор купить, кушать? Да, очень удобно. Но экономит вообще время. Но вообще это все-таки для перемешивания, да, для салата. Да. Но если ты будешь этим кушать, остренько. Вот как это выглядит в коробочке. 22 сантиметра. Китай. Апрель 2019 года. Кстати, на драгоне точно так же остаются следы, но он уже менее глянцевый, чем вот, например, первый набор. Закрываем кибитку. Так, еще IKEA 365, кстати, эта серия пропадала, появилась снова. Вот такие наборчики выпустили. Но это именно вот, да, обеденная сервировка. Вилка, ложка перемешивать, накладывать лопатку для торта, маленький черпачок. Сейчас покажем, стоит 999 рублей. Тоже апрель 19-го. Да, Китая. Так, здесь это... Здесь надо аккуратно. Я вот так, ладно? Половничек. Подожди, что тут совсем близко-то мне? Угу. Не поймал я фокус. Давай лучше я так сниму. Давай. Можете рассказывать? Ну смотри, лопатка для торта уже отличается по форме, да, она более меньшего размера, вилка, кстати, тоже меньше, и ложка, в принципе, тоже меньше. Длинные ручки, вообще формы даже отличаются. А, ну это же IKEA, это же не драгон, то есть это другая серия. Это на тот случай, если муж выступает и требует большую ложку, ему можно купить вот такой черпак, пусть черпает, и вилку. А половничек оставить для семейных, да, чаепитий, либо пуншей. Кстати, пунш долго тоже черпать будешь наливать. Че черпать? Кашу? Тоже долго. Че и наложить-то можно? Повар бывший. Вы знаете, напишите в комментариях. Кстати, ребят, что вот этим можно наложить? Я не знаю. И лопатка для торта. Так, тут саркофаги уже поломанные, и фараоны уже высохли. Твою налево. Камеру остудили, саркофаг поправили. Едем дальше. Столовый набор, 24 предмета рустик, цвет темно-коричневый, в наличии нет ни шиша, поэтому коробку не покажу. Ну, примерно будет выглядеть вот так, они все так упакованы. 3000 стоит рустик. Деревянные ручки, кстати, ножик отлично подходит, но здесь более узкий нож. Смотрите, какой, тоже, почему такие мелкие черпаки, да? Или это уже поглубже? Мелковато. Она в длину вытянута почему-то. Да, то есть не в ширину, не вот в глубину вот сюда. Вилочка. Ну, это уже более-менее острый, но вилки все равно все закругленные. Вилочка.
Удобно ли такой широкой ручкой тебе трапезничать? Не, не моя форма. Очень толстая. Ну ты говорил, удобно ли хват? Хват мне неудобно. Мне потоньше что-нибудь. Потому что даже вот для примера более удобно. Тут, наверное, именно для любителей вот такой формы. Для меня, в общем, она толстая. Здесь больше сантиметра толщина. Ложечка. И, кстати, как вот эти клепки, то, что тебя в эксплуатации будут вести дальше, да? Ну, это не ножик, они менее подтверждены нагрузками. В принципе, ну, должно жить. Черпак у ложечки. Тут зависит, будет ли дерево расширяться, сужаться. От влаги, например, да. Если в посуду мойку положили. Да. Так, следующий набор. Моген. Моген, вот он. Это пластик уже полностью. Вот он. Кстати, матовый. Если все остальные перед этим были глянец, это матовый. Сделано у Китая. Май 19 года. Зачем вам эта информация, не знаю, но почему-то ее говорю. Так, матовые. Пойдем, смотри. Во-первых, не классической формы нож, да? Он закруглен. То есть не заострен, а именно закруглен. Как пилка, да, такая-то? Ручка уже поудобней, потоньше. Вилка тупая в усмерть. Ребята, если что, извиняйте, Татьяна Павловна орудует, жонглирует предметами, потому что я не успеваю иногда фокусироваться. И немножко темновато. И немножко обзор не получился. Ну, да? Мы стараемся, давай. Мы стараемся, да. Мы харизмы задаем. Вот вилка. Ну да, я это уже, вижу ее в профиль-то. Уже потоньше. Ой. Ага. Давай лучше я на месте. Давай, ты на месте, ты да. Ты вот крутишь, и я теряюсь. Ложка. Видишь, черпак уже какой? Угу. Ну, вот имеется в виду, что она матовая. То есть это для... Хорошо, давайте покажем разницу между матовым и глянцем. Правда, свет у нас не алё. Будешь вытягивать. Вообще темно. Угу. Я так в камеру заглянула в рабочий процесс. Ничего не понятно. Ничего не понятно. Ну, короче, одна блестит, другая не блестит. Вот так. Чайная ложка. Может, кого-нибудь вот сюда выносить? Татьяна, положите на место. Ушла. Ну? А где у Бехагфу чайная ложка? С мандаришкой? Возможно. Короче, вот такой набор. Стоит 2700. Бехагфу. Тяжелый. Стандартная коробка. Нержавеющая сталь. Вьетнам. Полностью матовые. Прям неудобно, даже тяжело держать. Вот они. Ну, ложка, я бы сказала, вообще уже совсем мелкая, да? Да. Вилка более классической формы. Привычный нож тоже классической формы. Полностью, ребят, из нержавейки. Тяжеленькая. Это я есть хочу. Короче, они не крепятся, падают. Так, следующий саркофаг. Здесь у нас седлик, тилагт, смаглад, гаман. Да. Матом не ругайся, да? Вообще название жестокое. Седлик. Седлик вот в коробке. Полегче уже. Хотя тоже нержавеющая сталь, Вьетнам. Значит, особенности седлига. Ну, ребят, по плотности я вам не гнула больше ложки, потому что они все, вот любую, да, хаотично возьму, они все реально твердые, даже самые дешевые. Поэтому гнуть и на зуб мы пробовать их больше не будем. Значит, седлик. Вилка уже такая, да, более ресторанная форма, да, или нет? Ну да, что-то есть. Это ближе к классике уже? И черпак, наверное, уже более классический, да? Ну да, получше. Кстати, сервик пошире. Но все равно мужу лучше за 500 рублей. Крупной, большой ложкой. Чтоб наверняка. Чтоб не промахнулся. Сегодня Диме купим такой набор. Ждите сторис от него. Ой, блин. Нож. Кстати, смотрите, вот нож более толстый по сравнению с вилкой. Ложкой и чайной ложкой. У него прям такая массивная ручка.
но очень легкий. Дим, как так, нержавейка и легкая? Или тяжелая? Об этом история умолчала. Ясно. Я думал, ты сейчас по-умному завернешь, но не захотел. Да мне нечего сказать. Я что, специалист по ложкам, что ли? Продолжаем диалог. Тилагт. Сними название. Название-то хоть снимаешь? А нет. А то меня не все на звук воспроизводят. С названием я не вижу, отсвечивает. Нет, понятно. Значит, на слух, ребят. Тилагт. 2500. Более увесистый наборчик. Китай. 12.60.2019. Хорошо. 60-й месяц все знают? Вот в нем и создано. Так, смотрите. Тоже чуть-чуть потолще нож. Не кричите в микрофон. Тоже чуть-чуть потолще нож. Вилка уже, ну нифига не классика. Ой, простите. Что случилось? Я сказала неприличное слово. Ну что ж теперь? Расстрелять? Давай кого? Черпачок уже прям, я бы мелкий сказал. Выемки практически нет, да? Плоская ложка. Вот так и держите, вот так хорошо. Вот так? Да, все. Это достаточно расстояние. Фокус как раз вас полюбил. Чайная ложечка. Издеется. Как он меня терпит? Все? Можно, можно. Ну, легкая прям, ребят. Невесомая. Деткам можно. Но мне вилка не нравится. Прям тупая какая-то. Ну, не знаю, форма вилки мне не нравится. Смоглат. Смогла. Догнала. Что-то какие-то названия такие. Так, смоглат. Вьетнам. Ну, в общем, вы поняли, да, что ложки-вилки производят либо Вьетнам, либо Китай. Смотрите, нестандартная форма, да, то есть вот загибается, как крючок. У нас балёна что-нибудь повесила, да, так, ты кто-нибудь сидел, ел, и Лёха повесил. Вилочка уже более острая, окончание суженное, ну, допустим, даже, да, стеглат, если сравнить. Более такая длинная вилка. У ложки вообще нестандартный черпак. Меня не снимай, я чешу бровь. Да, кстати, очень интересно. Как вот тебе кажется по зачерпыванию? Ну, края широкие такие, да, как это растянутые. Мне напоминает это весло. Потому что она в форме овала. Или даже лопата саперка. Лопата. Саперка. Прям вот лопата. И чайная ложка. Нам надо попробовать дегустацию блюд при помощи столовых приборов и чай сделать. Тогда мы сможем сказать, удобно ли ну это да, или нет. Потому что я могу только сейчас стоять руками махать и ржать. Так, дальше идем. Ой, нельзя, у меня почему-то прям все чешется. Ганам. Гаман. Фу, блин, гаман. Гаман, мамам. А, кстати, они в пленке, а другие без пленки. Кто знает, почему часть с пленкой, часть без пленки. Китай. Январь 20-го. Свежие. Надо брать. Ну, я предлагаю не... 2000 ре. Не смотри, самый как... дешевый, да? 2000. Угу. А эти более дорогие были по 2600, по 2500. Странно. Смотри, видишь, какой выступ? Угу. Кстати, у кого прям вот, да, стиль Прованс, классно очень будут. Такие, они вот более утонченные за счет вот этой грани. Легкие. Но вообще самые тяжелые, вот мне показались вот эти вот матовые, как они называются, бехагфу. Вот такой черпачок, обычная ложка, мелкая. Чайная. Вилка прям мелкашечка. Больше десертную тоже тянет, да? Ну вот, сравни. Прям малечек. Это гаман. Дима, ура! Мы до света дошли. Дальше. Бублур. Есть белый и есть бублур зеленый. Бублур. Вот в таких коробочках.
1700. Бублуров зеленых, кстати, нет. Здесь только белые. Так, пластик. Будет царапаться, к рукам липнет. Вот сейчас, к рукам. А можно чуть-чуть поцарапать? Ножиком. Ножиком поцарапать. Будет ли царапки от ножа? Что царапаться? Только никому не говорите, пожалуйста. Если вы нас сдадите, нас больше не пустят. А мы для вас стараемся. Да, царапины остаются. Это к тому, что если неаккуратно мыть... Ну, не знаю, для меня набор какой-то, честно, сомнительный. Очень легкий. И вот, ребят, реально липко в руках. Не сильно, но липко. Я понимаю, что со временем пластик вот так будет затираться. И лепить еще больше. Но смотрится красиво, да, Дим? Само, вот визуал именно. И очень легкий. Это получается, что надо постоянно будет полировочной пастой ее... Ты будешь ее делать? Вот я думаю. Вот такой набор, кстати, классный, но его нету. И вообще практически никогда не бывает. Этикетка на голове. Острон. Стоит 600 рублей всего. То есть здесь как раз на 4 человек без чайной ложки. И смотрится стильно и легенько. Здесь пластик и черпак, ну, более-менее, да? Но его нет. И вилка очень маленькая. А сейчас вы будете жалеть Диму. Что случилось? Потому что Дима кушает. Вот таким же самым дешевым столовым набором мопсик. Таня купила его как временный. Временный у нас уже длится около 3 лет. Ничего, семья жива. Давай мопсик покажем. Это самый дешевый. Куда только не берут, ребят. Хостелы, съемные квартиры. Ох, что это этикет. Гнется? Гнется. Только покажи еще раз. Если я сломаю. Ну, погни и сделай, как прежде. О! Возвратайте, пожалуйста. А то нас точно больше не пустят. Ребят, если вы нас сдадите, мы вам снимать не будем. Ложки нет. Покажу. Вот здесь, кстати, даже удешевили упаковку. Раньше была хотя бы коробка, да, Дим? Ну, хотя, в принципе, разница. Это наоборот, IKEA уменьшает пластик, поэтому это норм. Вот он, черпак, очень маленький. Очень мелкий, вилка тоже мелкая, но зараза эксплуатируется и никак не развалится. Я жду, что они сдохнут, они не дохнут. Вот. В принципе, показала все. Дим, тебе какие-то понравились? Я особо не следил за этим. За 500 рублей, да, понравился? За фокусом следил. За 500 рублей из двух предметов. Нет, вот мне Гаман понравился. Вот у него очень интересная форма. Вот это вот, да? Да, да, да. И ложка, кстати, вот. Большая она, не знаю, я не скажу, что я какой-то профессионал по этим приборам, но мне кажется, он более всего правильной формы. В общем, друзья. Потому что в ресторанах они были всего такие. Что нам все от вас хочется услышать? Хотели бы мы от вас услышать. Чем из столовых приборов IKEA вы пользуетесь? Какие у вас так же гнутся, как я смогла согнуть мопсик? Ну, я же помогаю мужу. Хлакты. А? Хлакты. Чего? Хлак. Не Халк, а Хлак. А, да, меня теперь дома зовут Хлактом. Вместо Халка Хлак. Короче, опять мы свалились с тобой не туда. Ребят, расскажите, как эксплуатируется, как в посудомойке себя ведут. Есть ли там, допустим, пятна какие-то, да, возникающие потом на нержавейке? Есть ли следы, ну, вот эти залапы, они все равно, да, появляются? То есть... У нас опытов, ребята, поверьте, мало. Нет, у нас вот. Мы мопсигом кушали и кушали. Не, ну и клиенты не особо жалуют. Ну, жалоб не было ни разу. Жалоб за все время по столовым приборам IKEA не было ни разу. Все выбирают по принципу. Нравится форма, нравится дизайн, нравится цена. Все. Поэтому у нас, наверное, по столовым приборам все. Мы пошли дальше, а вы комменты пишите. А, обязательно ставим лайки, подписываемся, нажимаем колокольчик и делимся и соцсетях. Радуем нашего Диму. Нет. Радуем наш канал. Радуем канал. Кстати, нас уже за сколько перевалило? Ну, за много. Там сами посмотрите. Сами посмотрите. Еще столько же. И серебряная кнопка. Ну, что-то вы это немножко раненько. Будем. Ну, хорошо. Все, пошли.